Джек, как давно меня здесь не было? Этот пляж, Гамбит, где я родился тут. Утро, пляж, Гамбит. Джейк, думаю, хватит прогулки. Садись в автомобиль. Добрый день, дорогие друзья. Мы сегодня будем играть в Джимиси, да. Это отправиться домой. Успеть доехать до 10:00. Ладно. Если мы будем играть в проект, да, который не на Liberty City выложено. Так, не на Liberty City, а которая, собственно говоря, по желанию. Не по желанию, а другого пользователя, либо посмотрим, либо старая миссия. Не старая, похоже. Так, думаю, это далеко будет, мы пропустим поездку. Да, собственно говоря. Так, можно было так. Так, давай, машина. Эти двери, отлично. Разворачиваем и так, маркер убиваем, походу. Так. Все, мы приехали. Быстро, но эффективно. Так. Показывает нам замедленно. О, главный герой. Похоже, дело идет куда-то другу своему, вроде бы. Или непонятно куда. Похоже, дело он что-то намутил. Тайна прошлого называется миссия. Эй, миссия, уважение, повышено, теперь можешь сменить чем на бан. Ну, спасибо. Миссия не выйдет, но уважение плюс на нее. Как я понял, 4 миссии, да. Либо это мой старый проект, либо это другого пользователя. Не пойму, нифига. Просто я его нашел в Яндекс.Диске, да. Он был выложен еще 2 месяца назад, короче. Или непонятно, либо несколько дней назад, непонятно. Местный. Называется миссис. Есть новый автомобиль. Автор Артём. Ясно. Похоже, это мой проект. Либо что-то. Не знаю. Не, либо не мой. Надо съездить к брату. Может, он знает прошлое. Какой черту брат? Век Сан-Фьеро. Сан-Фьеро пишется через тире. Ну, в дюйме как отсутствует тире. Думаю, пойдет такой шрифт. Так, где это? Чё, серьезно, без маркера, что ли? Ух, я ебал. Далеко так. Ладно. Ничего страшного. Так. Прогружается текстуры. Так. Блядь, мы на самом вершине, блядь, нихуя себе, блядь, не туда. Так, давайте-ка вот сюда. Все, отлично. Заезжаем на этот замечательный чекпоинт. Так. Поднимись к брату. Так, вот у нас лично. А вот наш брат, по ходу дела. Так. Пришли. Джейк. Привет, брат. Я вижу, ты свободен. Владислав. Конечно. Что нужно, Джейк? Владислав. Мне нужна информация прошлого. Говорит наш Джейк. А он задумался. Чё? Я понимаю, что ты не знаешь прошлого, но хоть знаешь, что... Брат, уймись, честно. А есть хоть видео к нему? Видео? Да, на ютубе скрытый пока что. Серьезно? Ты такой тупой, даже не понимаешь прошлое. Да, я вижу. Тут недалеко есть местный, он на пирсе 69. Прыгай вниз. Окей. Прыгнул. Вот он. Пирс 69. Нужно найти остатки прошлого. Остатки? Чё? Я думал, временно прошлого. Найди осколок прошлого. Похоже, это связано с пасхалкой миссия. И какой-то у нас Владислав, брат. Он тупее некуда. Дружко знает, что такое. Кто не понял, тот поймет. Да. А вот наш осколок прошлого. Странно выглядит, конечно же. Зеленая фигня. Вот он. Пора уходить. Согласен, уходим. Но местный. Надо его... Что его? Местный. Я местный. Я знаю. Что же будет дальше? Миссия выполнена, уважение пресс.
Неожиданный переворот нас ждет. Просто неожиданный переворот. Да. Местный спрашивает самого себя. Я местный. Логично, логично. Так. Следующая миссия. Потеря разума. Давайте начнем с вами потери разума. Потеря разума. Третья миссия. Здравствуйте. Я ищу прошлое. А вы знаете... Выруби ненормального человека. Чё они... Чё происходит вообще? Какой ненормальный человек? Он чё-то не ответил, походу. Чё-то автор на команде. Блин. Чё? Пора отсюда уезжать. Серьёзно? Миссия выполнена, уважение плюс. Вот этот человек, который нам с ним, мы сражался с ним. Вот этот местный, вот этот местный. Он потерял разум, что ли? Это суть данного миссии? А, я офигеваю. Слишком короткие миссии, по ходу дела. О, вижу, у нас полиция будет на хвосте. Что-то там, не знаю. Увидим, все кончено, последняя миссия. Джейк, нужно валить, срочно. Так, коп, не так быстро, Джейк. Ты арестовал за преступление и угрозы жизни. Огонь. Огонь! Отвечает на скоп. А он... Он у нас просто стоит. Вот и закончилась жизнь нашего героя. Я вернусь. Пафосно сказал слово. Нет, не убивайте его. Блять, его убили. Конец. Жестокий конец. Убили главного героя. Миссия. А чё у нас коп на 2D делает? Бессмотрите. Миссия выполнена, уважение плюс, короче. Ну и что я могу сказать по поводу проекта? Я не знаю, но что сказать. Как это глупо получилось. Копы убивают главного героя за то, что он убил ненормального человека, то есть и выкупил. А еще за преступление какое-то там и что-то там, угроза жизни. Этот главный герой слишком шустрый для этой... нашего путешествия. Думаю, на этом можно закончить наш с вами замечательное прохождение Дим проекта. С вами был я, Гидеон, ну вы знаете кто. Подписан на канал Гидеон Entertainment с вами был. Подписан на канал, ставьте лайки, вступайте в ВКонтакте, оно под ссылочкой внизу под описание видео, обязательно вступайте. Увидимся в следующем прохождении миссии или в следующих видео. Пока-пока. Собственно, да. Оценка я проекту я, конечно, не могу поставить, но вышку за свое мнение. Я проект, честно говоря, этот недолюбливаю, где короткие миссии совсем. Да и жестокие концовки. Это как-то звучит ненормально. Ненормативная лексика какая-то, блин. Что-то я... перепутал, наверное. Ладно, не суть важно. До новых встреч, всем пока-пока, короче. Убил себя. Класс. Ладно, пока.